Привет, друзья! Вы на канале Даринден Данжела ТВ. И сегодня у нас наши новенькие кошечки. Ну, как новенькие. Но сегодня у нас опять, короче, видео про кошечек. Сегодня наши две кошечки, Полинка и Даринка, будут собираться на дискотеку. Ну, а перед началом видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Так, Полинка уже чистит зубы, а вот Даринка что и тут выпало? Что-то выпало. А Даринка еще даже в туалет не сходила. Ну, пусть она идет в туалет. А Полинка получает новенький уровень и начинает чистить зубки. Ну а вы не забудьте поставить лайк и подписаться. И написать коммент. Так, Полинка чистит зубки красивой золотой щеточкой, а Даринка получает новый 352 уровень. Так, Даринка пошла купаться, у Полинки какая-то тут реклама. Мы ее смотреть, конечно же, не будем, сейчас мы ее быстренько пропустим. Так, у Даринки, значит, вот такая вот была радужная бомбочка. Что делает тут наша Полинка? Давайте посмотрим. Она тут что-то рисует, но мы сейчас просто нажмем на крестик. Так, у Даринки тоже золотая щеточка. Да, а наша Полинка купается таким космическим мылом. Очень красивым фиолетовым мылом. Дарина уже пошла кушать. А Полина до сих пор купается и показывает нам свои красивые ногтики. Ого, как она плюхнулась. Так, Дарина взяла какую-то конфету и... О, они вдвоем кушают. Только Полинка так просто кушает, а Даринка делает смузи. Давайте посмотрим реакцию. Ну, а вы, пока они кушают, не забудьте поставить лайк и подписаться. А вот у нашей Даринки только что была очень большая голова. О, теперь Полинка пьет смузи. Ух ты, что у нее будет? Чих. Интересно. Так, что-то они тут уже... Ага. Даринка решила второй раз зубы почистить, а Полинка расчесывается. Ну, а вы не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться. О, смотрите, а куда наша Даринка делала свою прическу? Она же была с волосами. А теперь она без волосиков. Так, они уже, вернее, Полинка подбирает уже себе лук. Так, Полинка взяла такую юбочку, вот такого вот серенького цвета. А Даринка выбирает глаза, я так понимаю. Да, вот такие глазки она взяла. Так, Полинка взяла вот такой свитер, розово-синий какой-то цвет. Так, вот такие черные туфли на каблуках. А Даринка берет тут какие-то кофточки. Ого, Полинка уже быстро подобрала все себе и пошла краситься. Накрасит она сейчас свои реснички, а Даринка берет такую розовую футболку. Ой, что там, мы не выбрали футболку? Ага, вот мы подберем, наверное, лосиночки такие. Вот такие лосинки, еще сделаем футболку розовую. А Полинка красит вот такие красивые розовые тени. Так, так как они идут на дискотеку, наверное, Даринка возьмет... кроссовочки. Вот такие вот красивые кроссовочки. Так, Даринка еще взяла такой чокер, но пока не одеваться, подпишитесь и поставьте лайк. Так, у Полинки снова реклама, а Даринка пошла подбирать причесочку. Какая же, интересно, у нее будет? Ну, а вы, пока они тут красятся, одеваются, и пока у Полинки... О, уже прошла реклама. Вы не забудьте поставить лайк и подписаться. А у Даринки такие классные румяны. А теперь они будут тренироваться перед дискотекой. Полинка сейчас будет танцевать, ну и Даринка. Они будут вдвоем. Видите, у них вот такие вот красивые модные танцы. И нам очень нравится, когда наши кошечки танцуют. А на дискотеке они тоже очень круто потанцуют, но мы вам, к сожалению, это не покажем. Потому что на их дискотеке им запретили снимать. Но ничего, мы все-таки посмотрим их вот такой вот красивенький танец. Ихнюю, так сказать, тренировочку перед дискотекой. Кстати, я не заметила, Даринка еще взяла заколку. О, у Полинки уже две звездочки, и у Даринки сейчас будет. Если бы оно было одновременно, было бы вообще супер-пупер круто. Вот так вот они красивенько танцуют. Так-с. О, какое красивое было движение у Даринки. О, у Полинки уже конец, шпагатик. Сейчас и Даринка нам прыгнет шпагатик. Вот, шпагатик. О, наш любимый шпагатик. Так-с. Вот они вот так станцевали. Полинке дали такие награды. У нее тут 4-й, а вот у Даринки 37-й. Ого, как они одновременно помахали. А вот это вот они на дискотеке. Видите, как они тут круто танцевали? Вот. Даринка так подпрыгнула, а
Полинка танцует, как будто бы квинку. Если вам нравится ихняя такая фоточка с дискотеки, то подпишитесь и поставьте лайк. Они, наверное, кого-то попросили, чтобы их сфотографировали, чтобы у них была очень красивая фотография. Я думаю, что вам она очень понравилась. Кому нравится, напишите комментарий, любим кошечек или что-то в таком духе. Так, ну а теперь мы посмотрим вечер наших кошечек. Так, значит, давайте, Полинка пойдет заниматься боевыми искусствами, а Даринка решила подкрепиться чем? Пироженками. Пироженками из радужного какого-то непонятного фрукта. А Полинка будет разбивать каменные доски. Вот так вот. Ну, а вы пока они разбивают доски, готовят печеньки, не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик и написать коммент. Так, вот, значит, у нашей Даринки... Ого, Полинка аж 3 бьет. Какая она молодец. А Даринка взяла такую клубничную начиночку. Вот это я не знаю, с чего вот эти синие. Если серый это камень, вот это дерево, а синий это что, пластик? Не знаю, не знаю. Напишите в комментариях, кто знает. А, там еще есть железо. Что вот это синее, я не знаю. Так, Даринка уже украшает свои пироженки. Я так понимаю, что Полинка худеет, а Даринка толстеет. Вот это каменные, вот это опять каменные, а железных тут нет пока. Вот это опять синие, вот эти не... У-у-у, как больно было нашей Полинке. Вот это вот железо. Вот, а Даринка съела эти пироженки ее. Похлопала нам. Так, Полинка получает 8-й уровень. А Даринка что тут? Короче, пополняет свои запасики. О, Полинке даже браслетик дали такой. Так, Даринка пошла на шоу талантов. А у Полинки тут... реклама. Так, Даринка делает вот такое вот ожерельечко, мы его потом примерим. Вот такого вот розового цвета, вот с таким фиолетовым камушком. В форме чего мы его сделаем? По-моему, сердечко, да, если я не ошибаюсь? Так, а что у нас у Полинки? Полинка, что ты будешь у нас делать? Значит так, Полинка... Полинка, Полинка, что ты будешь делать? Ага, Полинка решила порисовать картины. Наверное, наши кошечки очень их любят рисовать, потому что и Даринка потом тоже будет это делать. Так, о, у Даринки капельки такие мы вырезали, а Полинка выбирает картину. Даринка украшает такую вот ожерельечко, бусики, не знаю, как это назвать, а Полинка разукрашивает такой кексик. Он будет розовый с красненькой вишенкой. Кстати говоря, это тоже любимая картинка нашей кошечки Даринки, да? Ух ты ж, ух ты ж. Ого, Даринка аж награду получила, 8 божьих коровок. Это вообще весеннее шоу талантов, но сейчас осень. Зачем они нам его сделали, не знаю. Хотя вот это вот все, у нас же сейчас был недавно большой монетный бонус, поэтому у нас очень много денежек. Так, Полинка разукрашивает, значит, так кексик, а Даринка решила съездить в путешествие. Что-то она пока отстает с разукрашиванием картинок. Так, Даринка, куда ты у нас? Ага, в розовый город. Они у нас сегодня две такие розовые кошечки, да? Решили съездить в розовый город. Жалко, что Полинка никуда не поехала. Так бы могли вместе скупиться, так сказать, нашопиться. Так, ну а пока они тут занимаются своими делами, то подпишитесь и поставьте лайк. И, кстати, о, Даринке сделали укол, а вот про кошечку Полинку снимала не я. Про нее снимала моя одноклассница Полина. Полина, тебе передаем большой-большой привет. Радуй нас такими же классными и крутыми видео. Я их буду озвучивать, ну и также составлять со своими. И у нас получаются вот такие вот красивые видео, которые, я думаю, наберут очень много просмотров и лайков. Я думаю, что вы постараетесь для Полины, да? И для кошечки, и для одноклассницы. Так, вот, у Полины, значит, кексика, у Дарины бабочки. У Дарины бабочки. О, Полина уже закончила, а Дарина только начала. У нее вот такие золотые красивые бабочки у нашей кошечки Даринки. А у Полинки 33 уровень. 33, вы представляете? Ну, Даринки, конечно же, очень большой уровень, но у Полинки тоже очень хороший уровень. Ну, как сказать хороший? Хороший. Все уровни хорошие. Полинка решила пооткрывать наклеечки и позаполнять альбом. Ого, ей аж особая попалась. Ей сейчас дадут новую ванну, а Даринка вот разукрашивает картинку. У нее будет такое голубое небо. Так, Полинка, значит, взяла альбомчик. У нее уже ванной, а я никак не могу спальней заполнить. Так, вот она. Ванночка наша такая вот у нас. Коврик. Ого, у нее теперь новый коврик. У Даринки, кстати, наверное, тоже такой. Так, у Даринки такую вот, такая красивая картиночка. Сейчас она еще сделает некоторых бабочек бирюзового цвета, а Полинка уже будет раздеваться. Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, то подпишитесь и поставьте лайк. Мы с кошечками очень любим, когда вы это делаете.
Такс. Даринка. О, поставила нам лайк. И вы тоже лайк поставьте. Не забудьте. О, наши две кошечки одевают пижамки. У Даринки будет такая, а у Полинки какая? У Полинки вот такая вот. Ну, а пока наши кошечки занимаются своими делами, я уже начну с вами прощаться. Пока-пока, дорогие зрители. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Мы с кошечками вас очень любим. Пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч.